Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня будет такое описание мои проблемы при вязании вот этого полосатика. Вот такой полосатик у меня получился. И сегодня я вам расскажу, как я вязала, что я вязала, как я это делала, в общем, и каждый узорчик подробненько с вами разберем, как вязать. Итак, я пока лето, хочу насладиться этим моментом, поэтому большинство своих видео, пока позволяет погода, я хочу снимать все-таки на улице. Видите, я принадела кофточку, потому что у нас немножко прохладненько, но все-таки хочется послушать звуки природы, пообщаться с вами, тем более и свет здесь замечательный, на мой взгляд, и картинка также замечательная. Поэтому сейчас я перехожу на руки в кадр и полностью будем с вами говорить по поводу моего. Итак, мои дорогие, сегодня речь пойдет вот об этом топе, который, как всегда, не помещается в кадр. Вот такие у него цвета. Вначале голубой, бирюзовый, внизу голубой и петрольный. И все это в сочетании с белым. Итак, что хочется сказать. Ну, во-первых, не совершайте моей ошибки. Сразу говорю, прям вот в первых строчках своего письма, так сказать. Замечательный цвет, замечательная модель, все классно, но я не угадала по своей ширине. Я хотела это изделие сделать достаточно широким, ну то есть с огромной свободой облегания. Но не учла одного правила. Вещи с достаточно большой свободой облегания должны быть и струящиеся пряжи. У меня пряжа не струящаяся, у меня в основе своей хлопок. Есть, конечно, хлопок с вискозой, вот этот состав и вот этот состав. Вот и вот. Но все-таки ниточка толстая, поэтому изделие такое, как бы вам сказать, жестковатое. А все-таки вещи с большой свободой облегания должны быть струящимися. Вот посмотрите, вот эта маечка точно такая же, по той же технологии. Ой, что-то здесь зацепилось. Вот, она вот, ее видно, она струится. Если это я кидаю, оно вот, видите, стоит как бы колом. Вот это моя ошибка. Я вам сейчас обязательно покажу, как оно смотрится на мне. У меня самый широкий обхват на моем теле, то есть это обхват бедер. Он составляет 98 сантиметров на сегодняшний день. Это изделие в обхвате в своем имеет около 124 сантиметров. То есть здесь где-то 26 сантиметров свободы облегания у меня. Ну, на видео вам видно, да, я вам показываю, как смотрится это изделие. Здесь у меня тоже большая свобода облегания. Давайте я покажу вам, насколько одно изделие больше другого. Я так и хотела. Это у меня было запланировано. Единственное, что не учла, это состав пряжи. Вот, видите, насколько? Ну, тут сантиметров на 5 плюс 5. В обхвате, если вот это двойное, будет 10 сантиметров. На 10 сантиметров всего лишь это изделие, а больше этого осмотрится гораздо по-другому. Поэтому выбирайте пряжу и вяжите. Меня девочки просили на этот полосатик снять мастер-класс. Но в связи с тем, что вот такой у меня получился нюанс, я мастер-класс снимать не буду. Но я вам подробненько сейчас расскажу все, что у меня здесь было. Здесь у меня были остатки извязаны. Я начала свой собственный проект по извязыванию остатков летней пряжи, который так и назвала «А вам слабо?». То есть это мой самый личный проект. Здесь я извязала 435 грамм остатков. Я довольна собой, это здорово. Вы скажете, как ты его будешь носить? Да легко буду носить. У меня есть огород, у меня есть дом. Оно смотрится на мне не безобразно. Я учла свою ошибку. Но все-таки я его постараюсь подарить тому, кто пополнее меня.
У меня есть задумки, кому это изделие, возможно, понравится. Поэтому я предложу людям, посмотрю, как на них смотрится. Скажу об этом вам, удалось это или нет. И если на людях большего меня размера будет смотреться плохо, то буду носить я вполне себе спокойненько. Потому что, ну, мне есть куда носить, еще раз повторюсь. Это было извязывание остатков и мой личный опыт. Я от вас ничего не скрываю, говорю все как есть. Ошибки бывают у каждого. Но так как многим понравились вот эти узоры, я сейчас вкратце расскажу вам, как я вязала. В общем так, по этой модели, как вязать такую модель, у меня есть мастер-класс на канале. Вот эту футболочку я там вам показывала в видео, а рассказывала на голубой. К сожалению, я ее сегодня не взяла с собой сюда. И хочу показать вам, как я что вязала. Вот эту линию я вам объяснять не буду. Уже есть видео, где подробненько я с вами ее провязывала. Расскажу только нюансы, которые касаются именно этого полосатика. То есть это одни и те же модели, но отличается количеством петель набранных и количеством узора. В общем, если вам интересно, как я здесь что делала. Итак, здесь у меня было набрано 160 петель. Провязала я тоненькими спицами, 2,5 миллиметра. Провязала резинку 1,5 сантиметра, сделала вот такую бирюзовую полосочку и снова 1,5 сантиметра провязала резинкой 1×1. И да, при смене нитки с белой на голубую, то есть у меня здесь идет резиночка 1×1, а бирюзовая у меня тоже резиночка 1×1, но учтите этот момент, мне так нравится, я так делаю. Первый ряд другого цвета, независимо какой это узор, то есть как только у меня идет смена нити, первый ряд у меня всегда лицевой, даже вот в этой резинке. То есть у меня резиночка вроде как 1×1 всегда. Но первый ряд вот здесь, голубой нить, его практически не видно, но идет лицевая гладь. То есть лицевые все петли. Потом опять я снова вяжу лицевая изнаночная, лицевая изнаночная. Когда я перехожу снова на белый ряд, я снова провязываю сначала белыми ниточками по голубому. Белыми я провязываю лицевыми петлями, а потом уже ухожу на резинку 1×1. Соответственно, и все остальные полоски, как я вам уже сказала, при переходе цвета с голубого на белый, с белого на голубой, с голубого на белый, на бирюзовый, на любой, при переходе цвета первый ряд всегда просто лицевые петли. Вот. Ну, мне так нравится. Я не любитель вот таких полос по лицевой стороне изделий. Мне они не нравятся, меня они раздражают. Вот, мне так не хочется, поэтому я так и делаю. То есть, понятно. Если вас не раздражает это, вы, конечно же, можете использовать то, что вы считаете нужным, и то, что для вас приемлемо. Мы все разные, у нас у всех есть свои предпочтения, поэтому уважаем друг друга. Итак, поехали дальше. Я провязала резиночку, и дальше я сначала всегда вяжу вот это левое плечо, левое. То есть я переверну сейчас. Начало вязания у меня вот здесь. Вот, вот эти две лицевые петли, вот здесь у меня начало вязания. Всегда. И я вяжу вот эту полосу. Я уже рассказывала вам в видео, я сейчас не буду повторяться, да, то есть вяжем одно плечо, переходим, вяжем другое плечо, потом соединяем спинку, вывязываем горловину попереду и потом идем в круговую. Это все я уже показывала и рассказывала в предыдущем мастер-классе по такой модели. А здесь же я вам хочу сказать, что по спинке я брала каждый раз по 2 петли, то есть вот по спинке 2, по переду 1, захватываем по спинке 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, до тех пор, пока не доходим почти до половины изделия. То есть вот центр изделия, от центра отсчитываем, маркер ставим сюда, 5 петель, 4 петли, 3 петли. Так, и все, и все остальные петли берем по 2, по 2, по 2, по 2, пока не доходим до этих. Потом уже в конце берем 3 петли, потом 4 петли, потом 5 петель. Когда мы дошли до середины спинки, я нить обрывала и переходила на вывязывание уже вот здесь. Вот у меня здесь было начало вязания, тоже перед этой линией. И
пошла вязать сюда, сюда. То есть то же самое, по спинке по 2 петли, по переду по 1 петле. Когда я схватила все петли, 2, там 1, 2, там 1, и вот таким образом провязываю, конечно, сразу полоску нужной мне ширины и провязываю регланную линию. Довязала опять до середины спинки, у меня спинка соединились два плеча, и я начала вязать дальше. Делаю углубление горловины только по переду, то есть уже вот так в круговую все это вязала, два плеча уже соединила и вывязывала дальше также по одной петле, потому что мне надо было глубокую горловину переда. Видите, какая красивая она получилась. То есть также от центра я отсчитала 5 петель, 4, 3, 2 петли. И все остальное я захватывала по одной петле до этих вот маркировочков. Потом я уже в конце захватила 2 петли здесь, 2 там, 3 петли здесь, 3 там, 4 петли и 5 петель. И получилась у меня вот такая красивая, очень аккуратная горловина. Вот. Дальше. Ну, а дальше, ну, узоры. Связала я, кстати, на нужную мне ширину. И дальше вы уже знаете, как вязать. В общем, давайте поговорим об узорах. Первая самая у меня была вот эта вот полоса, она была лицевой гладью, просто лицевая гладь. Дальше, посмотрите, у меня идут просто в разнобой, как мне хотелось. Я пускала изнаночные дорожки на ту, которую хотела ширину, вот они, видите? Просто их как тире, правда? Вот, как тире я пускала вот эти вот полоски в том, просто провязывая изнаночные петли в любом количестве. Вот здесь у меня их было 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Здесь, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петель. Здесь 5 петель, 3 петли. То есть, ну, как вот вы хотите, и это плечо у меня вот, пожалуйста, таким образом вывязано. И также я опускала 2 вместе накид. Накид 2 вместе, накид 2 вместе, накид 2 вместе. Здесь 4 раза, здесь 4 раза, здесь 2 раза пустила, здесь 3. Ну, то есть вы видите, да, это полностью хаотичный узор. Где хотите, там опускайте. Аналогично я сделала потом на белой полосе. Тоже так же. Видите, у меня здесь даже подряд идут какие-то тире-тире, тире, точка-тире. Все, что в голову вбрело мне, вот так я и делала. Вот, пожалуйста, видите? Эти вот две полосы идут у меня таким же образом. И вот третья полоса. Вот по этой тоненькой полосе мне нужно было сделать переход от бирюзового к голубому, но не сразу резко вот такой широкой полоской. Вот этой вот широкой полоской я захотела. А все-таки как бы чуть-чуть его внедрить в бирюзу. Здесь бирюза, между ними тоненькая полосочка голубого. То же самое я сделала потом и с петрольным цветом. То есть сначала тоненькую полосочку пустила петрольного, чтобы он не сразу резко в глаза бросался, а как бы плавно сводился к широким полосам. Ну, это моя задумка. И здесь у меня просто получается как бы тире, тире-точки, тире-точки. По-моему, 5 изнаночных я вязала и 5 лицевых, 5 изнаночных, 5 лицевых. И всю вот эту тоненькую полосочку, второй ряд получается, первый ряд, как всегда, лицевой, второй ряд вот такой вот с тирешками, третий и четвертый лицевыми просто провязано. Все. Дальше у меня идет узор. Сейчас положу вам, наверное, спиночкой. Так удобнее будет. У меня спинка и перед идут узоры, вот смотрите, абсолютно одинаковые. Поэтому будем смотреть на спинки. Вот. Дальше у меня идет узор из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых, 3 изнаночных. 7 лицевых, 3 изнаночных. Полностью вот такая резинка идет на всей полосе, исключая первый ряд. Первый ряд, как я вам говорила, всегда лицевой. Это я даже повторять дальше не буду. Вы это запомнили, как отче наш. Все. Следующий ряд. У меня снова в хаотичном порядке дырочки и тире-точка из изнаночных петелек. Где хочу, там их и пускаю. Вот, видите, да? Вот один накид у меня. Здесь у меня по 2 накида. В разных рядах я это делала. То есть по всей полосе. Абсолютно то же самое идет и по голубой полосе. Дальше белая полоса. У меня идет шахматка. Шахматка, которая состоит из двух лицевых петель, двух изнаночных. Вот этот узор перемещается...
Раппорт узора состоит 2 лицевые, 2 изнаночные. Потом 1, 2, 3, 4 ряда мы его провязываем. Потом мы резко меняем, где были у нас лицевые петли, мы их меняем на изнаночные, где были изнаночные, меняем на лицевые. И также провязываем 4 ряда. То есть, поняли, такой узор шахматка. 4 ряда в высоту, 4 петли в ширину. Вот, вот наш узор. Ничего сложного нет. Дальше узор заборчик идет. У меня вот на этой бирюзовой полосе идет узор заборчик. Как он вяжется? Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Это первый ряд. Второй ряд мы провязываем все лицевые. Третий ряд снова как первый. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Четвертый, все лицевые. Вот такой узорчик. Следующий узор. Вот этот белый. Здесь я провязываю 2 ряда лицевыми петлями. В третьем ряду я делаю накид, 2 вместе изнаночной, 4 изнаночных петли. Накид 2 вместе изнаночной, 4 изнаночных. Накид 2 вместе изнаночных, 4 изнаночных. Дальше я провязываю 3 ряда лицевых петель, ну, то есть лицевой глади. Повторяю вот этот ряд, предыдущий, прям накида над накидами. И снова провязываю 3 ряда лицевой глади. Вот получился такой узорчик. Следующий узор – это путанка 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Повторяется 2 ряда в высоту. Потом, так же, как и вот здесь, мы меняем петли местами. То есть, где была лицевая, мы делаем ее изнаночной. Где была изнаночная, мы делаем ее лицевой. Вот, и все. И вяжем на нужную нам высоту. 2 ряда в высоту повторяем узор. И лицевая, изнаночная, весь ряд по ширине. Следующий узорчик. Значит, этот узор состоит из... Вы смотрите, идет у нас 3 лицевых петли, 3 изнаночных. 1 лицевая, 3 изнаночных. Вот это раппорт. 3 лицевых, 3 изнаночных. 1 лицевая, 3 изнаночных. И так вяжется весь узор. Дальше мы, провязав таким образом 3 ряда, четвертый ряд вяжем все изнаночные. Получаем такое ребрышко по лицевой полосочке. И здесь, видите? Просто провязывая все изнаночные. Снова повторяем 3 ряда. И снова делаем такой бордюрчик. Вот и весь узор. Ну, следующий узор в хаотичном порядке у меня было 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. Во втором ряду и потом опять... Первый ряд лицевой, короче. Второй, 3 лицевых, изнаночная. 3 лицевых, изнаночная. Третий, четвертый ряд тоже были полностью лицевые. Просто вот такой как бы шалость, малость. А здесь у меня были узоры из лицевой глади, но во втором ряду у меня так же, как и здесь, было провязано 3 лицевых, 1 изнаночная. 3 лицевых, 1 изнаночная. То есть второй ряд, потом и снова гладь. Ну вот так вот я решила пошалить. Следующий ряд у меня идет как бы плетеночка. Плетеночка, которая состоит из 4 изнаночных петель, 2 лицевых. 4 изнаночных, 2 лицевые. Вяжем так 2 ряда. Потом перемещаем вот последнюю изнаночную, которая у нас была. Мы ее делаем первой изнаночной. Потом 2 лицевых провязываем изнаночной. И первую изнаночную провязываем. Сейчас она у нас будет 4 изнаночная. И снова 2 центральные, которые были изнаночные, станут лицевыми. 2 лицевых. Опять 4 изнаночных, 2 лицевых. Только изнаночные мы перемещаем. Вот как бы 2 изнаночные из этих 4 у нас делаются из бывших лицевых петель. Вот так я скажу. И все, и повторяем эти 2 ряда. По 2 ряда у нас идет раппорт узора вверх. Дальше у меня идет ромбик. Ромбик как бы в квадрате. Это лицевая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных, лицевая. Провязываем. В следующем ряду мы провязываем лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных. Снова лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных. Второй ряд мы провязываем по узору, то есть совершенно так же, как первый. Третий ряд мы вяжем лицевая, 2 изнаночных. И здесь пошла у нас как бы путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая. Снова 2 изнаночных, лицевая. И повторяем заново. 2 изнаночных, лицевая, изнаночная, лицевая. 2 изнаночных, лицевая.
2 ряда вверх мы вяжем так. Третий ряд мы вяжем лицевая. Полностью мы весь третий и четвертый ряд вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И снова лицевая, изнаночная. В общем, резинка 1 на 1 будет 2 ряда. Потом мы снова ромбик вот этот как бы закрываем. Провязываем следующий ряд. Лицевая, 2 изнаночных, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночных, лицевая. И снова 2 изнаночных, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночных, лицевая. Следующий ряд, каждый ряд мы провязываем по 2. То есть в высоту мы делаем каждый раз 2 ряда одинаковых. Следующий ряд. Лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных. И так 2 ряда. Все, мы связали весь ромбик. Ничего сложного. Следующий узор – это такая шахматка. Шахматка, состоящая из 2 изнаночных. Между ними здесь 4 лицевых, а здесь 4 путанки. Сейчас объясню, как делается. Первый ряд, не забываем, новым цветом всегда лицевой. Потом мы 2 ряда провязываем просто изнаночными петлями. И дальше мы вяжем таким образом. 4 лицевых, простите, 5 лицевых. 5 лицевых, 2 изнаночных. Следующие 5 петель мы вяжем путанкой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Снова 2 изнаночных. 5 лицевых. И пошли 2 изнаночных, путанка. Из 5 петель. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все. Раппорт узора такой. Дальше мы вверх вот эти, где были 5 лицевых, мы так и вяжем всегда лицевыми. А где была путанка, мы меняем. Где была у нас вот здесь лицевая петля, мы ее делаем изнаночной. То есть мы также вяжем 5 лицевых, 2 изнаночных. Только теперь путанку мы начинаем с изнаночной петли. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Потом снова 2 изнаночных, 5 лицевых. Все, вяжем так по кругу. И вот эти 5 петель путанки, которые у нас обрамляются 2 изнаночными перед лицевой гладью, мы вот эти 5 петель путанки в каждом ряду путаем. Была лицевая, провязываем изнаночной. Была изнаночная, значит, провязываем лицевой. Все, весь узор. Провязали на нужную нам высоту, и потом снова провязали 2 ряда изнаночных петель. Все. Следующий узорчик. Следующий узорчик у нас тоже идет как бы шахматка. 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Вяжем 3 ряда в высоту. Четвертый ряд провязываем все изнаночные. Все, весь узор. Снова 3 ряда вяжем лицевая, 2 лицевых, изнаночная. 2 лицевых, изнаночная. Четвертый ряд все изнаночные. Вот и получаются такие дорожки красивые на лицевой глади. Такие как бы квадратики. Этот узор я вам уже объясняла. Вот он абсолютно тот же самый. Повторюсь. Накид, 2 ряда лицевых петель. Третий ряд, накид, 2 изнаночных, 4 изнаночных. Накид 2 изнаночными, 4 изнаночных. Следующие 3 ряда лицевыми петлями. И повторяем четвертый ряд. Накид 2 изнаночные, 4 изнаночных. Все легко и просто. Ну, здесь... такая тоже как бы шахматка, которая состоит из 5 петель лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных. Эти ряды мы провязываем 4 ряда в высоту. 5 лицевых, 3 изнаночных. Дальше вот из этих 5 лицевых первые и последнюю лицевую мы так и оставляем лицевой. Потом мы меняем вот эти 3 лицевых петли, которые внутри этого как бы квадратика, мы их меняем на изнаночные и обрамляем их снова этой же лицевой. То есть получаем, первый ряд у нас был 5 лицевых, 3 изнаночных, второй ряд лицевая, 3 изнаночных, и уже пошли вот эти 5 лицевых. Снова 3 изнаночных, снова 5 лицевых. То есть у нас вот эти 3 изнаночные превращаются в 3 лицевые петли, обрамленные лицевыми петлями. А вот эти 5 лицевых превращаются в лицевую, 3 изнаночных – лицевую. И таким образом я провязала вверх 3 квадратика. Все. Дальше снова у нас идет 5 лицевых. 1, 2, 3, 4. 5 лицевых, 2 изнаночных. 5 лицевых, 2 изнаночных. Резинка. И все. И заканчиваем резинкой 1 на 1.
Абсолютно все легко и просто. Любые узоры, какие вам только бредут в голову, будут красиво смотреться на таком полосатике. Это я сейчас рассказала для тех, кто просил мастер-класс по этому изделию. Я показала вам, какие можно использовать узоры. И еще раз повторюсь, не совершайте моей ошибки. Либо вяжите его, если у вас грубая нитка такая, как у меня была, толстая нитка. Некоторую пряжу я брала в два сложения, поэтому она получилась грубоватая. Если у вас тоже такая же грубоватая нитка, то, пожалуйста, вяжите размер поменьше. То есть свобода облегания у вас должна быть максимум 10 сантиметров, а не как у меня 24. Вот. И тогда будет все хорошо. А еще лучше, если вы найдете все-таки струящуюся нитку, которая струится, которая мягкая, вы можете здесь и 30 сантиметров дать свободу облегания, будет хорошо смотреться, я вас уверяю. Вот, ну все, мои дорогие, галопом по Европам быстро объяснила для тех, кто хотел, и заодно объяснила, как я вывязала здесь горловинку, то есть она здесь провязана у меня другим способом. На белой маечке у меня, видите, более такая округлая горловина. Ну, должна же я их изменить, она тоже очень красивая. Вот, видите, здесь у меня неправильно, как бы сказать вам, постиралось изделие и высохло немножечко кривовато, поэтому вам так кажется сейчас. Вот, здесь очень красивая горловина. На голубой маечке, футболочке другая горловина, здесь у меня третья горловина. Любую горловину, любую длину плеча делайте, как посчитаете нужным. Еще люди просили сюда впихнуть длинный рукав. Мои дорогие, если вы сюда будете делать длинный рукав, не делайте его вот так вот прямо. Все-таки провязывайте головку рукава для того, чтобы у вас... Вот смотрите, у вас идет линия плеча, она же у вас идет не вот так прямо, она у вас идет под наклоном, и чтобы у вас дальше рукав был как бы продолжение этой линии плеча. Я бы даже немножечко сделала вот так резче ее. Ну, вот так вот. То есть даже не так, чтобы она шла, а порезче. Головку рукава все-таки надо будет здесь вывязать. Как вязать спущенное плечо, есть мастер-класс на моем канале. Я внизу под видео оставлю ссылку на это видео. Посмотрите, пройдите все внимательно и увидите, как вязать вот здесь головку рукава при спущенной пройме. У нас здесь пройма спущенная, поэтому и головку рукава здесь надо провязывать. Но это теория. Как получится в практике, я не знаю. Я не вязала такое изделие с длинным рукавом. У меня нет такой надобности. Если будет надобность, я обязательно свяжу и вам покажу. Но пока вот то, что имеем, так сказать. Ну что, мои дорогие, на этом я буду заканчивать свое видео. Всех. Ну что, мои дорогие, закончить я бы хотела тоже к вам лицом в кадр. Пожелать вам мира, добра, любви, спокойствия. И все у нас будет замечательно. Всем всего самого-самого хорошего и до скорых встреч, мои дорогие друзья!